вами канал Артмания. И сегодня мы с вами, вместе с вами, будем наряжать эту прекраснейшую елку. Здесь у нас уже игрушки. Коробка, как видите, такая допотопная. Этой коробке уже 30 лет. Но она мне напоминает мою семью, мое детство, поэтому я ее не меняю. И давайте же приступим наряжать елку. Да? Мне будет помогать Димочка. Дима, смотрите, в каком костюме. Я надеюсь, что вы угадали, какой это костюм. Ну-ка, наклонись. Какие здесь рожки есть. Да? Да, малыш? А? И у меня тоже костюмчик. Тоже рожки вот тут. Да, тоже рожки вот тут вот. Так, давай с тобой смотри. Откроем ее. Откроем. Каждый год мы ее открываем. И уже осознаешь, что уже прошел целый год. Уже прошел целый год, и снова надо наряжать елочку. Да, Дима? Да? Иди сюда. Да. Иди к маме. Так. Та-дам! Открываем. О! Что у нас тут? Здесь у нас что? А, здесь у нас наши шоколадки. Такие вот. Их нужно под елочку. Ставь вон туда, под елочку. Аккуратненько ставь. Под елочку, прям под самую туда. Вот. Барашек. Это, наверное, год барана был когда-то. Такие вот у нас есть коллекционные наши игрушечки. Так вот они выглядят, да? А вот давай, там вставай аккуратненько. Аккуратно, это все стеклянное. Вот так вот они вешаются на нашу елочку. Такой вот у нас, смотрите, какие лошадки советских времен. Это моя прекраснейшая коллекция. Очень ее люблю. Вот. Но в прошлом году мы с вами наряжали елку из пластмассовых фигурочек. Не знаю, в этом году они пропали. В этом году, видимо, у нас стеклянные будут. Видимо, так должно было быть. Помню, какие вот были кукленочки. Так, и, конечно же, у нас есть вот такой дождик, который обычно лежит у нас вот тут вот на елочке. Какой красивый. Ой, аккуратно, Дима. Ну что ж ты... Вот такая вот елочка у нас получилась. Мы еще ее будем продолжать. Найдем оставшиеся игрушки. Они обычно у меня всегда лежат в коробке. Но в этот раз, наверное, Баба Яга их украла, по всей видимости. И нужно искать Бабу Ягу. Да? Посмотри туда. Еще вот такими вот золотыми штучками мы ее украсим. Найдем фонарики всякие, да? Как в прошлом году. Ходили? Ну, а вы там ставьте лайки. Во влоге в каком-нибудь вы увидите, как мы ее нарядим дальше. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик и обязательно пишите внизу комментарий, понравилось вам наряжать елку вместе с нами или нет. Лайки, 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 лайки.
такие у нас остались игрушки. Это моя советская коллекция, которую я пополняю каждый Новый год. Перед Новым годом бабушки обычно продают разные такие красивые игрушки, недорого. И я их покупаю. Вот, вот такая коллекция. И, конечно же, Дед Мороз. Там останется. И Дед Мороз. Пока что еще голенькая она. Но сейчас, я думаю, мы нарядим. Ты бегемотик, мамин? Смотрите, какая у нас красота! Повесили эту гирлянду на 15 метров, оказывается. Как она красива. И в окне отражение. Тут елочка у нас. Но для елки гирлянду и игрушки оказалось, украла Баба-Яга. Да, Дим? Да, Дим. Украла Баба-Яга. И пришлось вешать на нее коллекционные игрушки. Да? Допотопные. Да? Вот так вот. Купим ей гирляндочку тоже. И будет у нас красиво. Как они классные. Через камеру прям шикарно смотрятся. Такие яркие. Это не елку и бабадать это. Ну это отдельно, потому что надо. Я хотела сначала ее на елку, но потом подумала, 15 метров. Думаю, как я умещу ее на елку? Думаю, что у меня вся елка будет в одном месте гореть. Думаю, лучше я сюда. А теперь мне понравилось. Я хочу еще вот так вот сюда. И вот на эту стену. Да, мне вот так, если не вот так, я не... Да, а тебе надо все так, сяк. Не вот так, мне не вот так, я не вот так. Чтоб мигал он, да? Да. Угу. Я все вот так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, в лесу она росла. Смотрите, вот такая у нас елочка получилась. Красивая. Смотрите, как она в темноте классно смотрится. Но у нас маленькая проблема. Когда мы уже повесили эту гирлянду на елочку, у нас перестало гореть две лампочки. Это все полностью зеленые и все полностью синие. И вот теперь я думаю, стоит ее нести, обратно возвращать или нет. Наверное, не знаю, не понесу, может быть. Лень.